Улица Дорожников. Само название говорит само за себя. Сейчас вы все увидите. Она здесь извечно такая. Улица, конечно, удобная, потому что здесь сразу есть шиномонтажка. Да, улица Дорожников. Здесь тоже мы наблюдаем море, которое оно здесь вечное, наверное. По этим дорогам надо возить наших депутатов, глав районов, администрацию на своих джипах, лимузинах, чтобы они прочувствовали, как обычные граждане добираются на работу, с работы, по делам. И тогда, может быть, они узнают, как оно на самом деле. Медведева надо сюда прокатить, который вот на днях приедет. Улица Дорожников всегда была такой, хотя здесь должен быть асфальт, дорога. В одном месте она начинается, заканчивается, и этот кусок вот такого характера. Одни КАМАЗы здесь могут только проехать, и то с трудом. Что говорить о обычных легковых машинах? Вот и мы двигаемся, пытаемся двигаться по этим, так сказать, дорогам. Мы уже выехали, потому что, так сказать, рулить надо двумя руками по этим дорогам. Даже со скоростью 5 км в час. Вот она, дорога начинается опять. Видим, что здесь асфальт. Значит, он там тоже должен быть асфальт. Но его там нету, и уже очень давно нету. Это подтвердят все люди, которые живут на этой дороге. Вот он, асфальт. Почему бы ему дальше не проложить? Поедем дальше, посмотрим, что у нас дальше. Весна. Мы двигаемся по третьей продольной, и скоро мы достигнем того места, где у нас, ну, так скажем, Незнающий человек подумает, что были боевые действия. Стратегический мост, так скажем, бомбили. Вот, мы проезжаем участок дороги соединения Ангарского и третьей продольной. Ну, дорога еще для нас, для волгоградцев, это отличная дорога. Вот этот. Иногородние же скажут, что уже разбитые, хотя они не видели самого основного. Сейчас мы скоро доедем до этого основного. Вот, есть некоторые уже дырочки начинаются, хотя они и до этого были.
Ночью здесь можно наблюдать до 8 машин, которые меняют колеса. Просто едут и попадают в дыры. Вот они пошли. Оп. Вот мы приближаемся к самому проблемному участке дороги. Сейчас вы сами все увидите. И надеюсь, что увидят наши власти. Может, когда-нибудь они что-нибудь да и сделают. Вот, начинается. Дорожные знаки, ямы. Вот с такой скоростью круглый год подряд люди здесь проезжают. Несмотря что делают тут дороги, как говорят, что сделали, не делают, ямочки выдалбливают и вставляют. Либо заделывают их тем же дерьмом, которое через неделю вылетает просто-напросто. Вот. Обратите внимание, какие здесь дыры и как люди продвигаются, с каким успехом, так сказать. О! Тоже. Вот. Все это вы можете видеть. Третья продольная. Ямы просто огромные. Такое ощущение, что их дал. Просто взрывали здесь. Взрывные работы. Я предлагаю перекрыть эту дорогу до тех пор, пока она не будет сделана. И так делать с каждым участком дороги в нашем городе. Просто с каждым участком. Пусть видят люди, пусть видит власть, куда уходят наши налоги, на что они уходят. Кому-то в карман уходят они. Вот он, участок дороги. Напоминаю, что ночью здесь стоят до 8 машин и меняют просто колеса. Колесо стоит минимум 1500. Кому предъявляют за это, никто не знает. Едем дальше, посмотрим, что дальше.